Сгенерируем классный плакат за пару минут. Легко. Есть такой сайт с генератором плакатов. Ну, на самом деле, он, конечно, такой не совсем универсальный, потому что он создавался под мероприятие для музыкального фестиваля. Но, тем не менее, любой желающий может зайти на этот сайт, сгенерировать свой уникальный плакат для этого фестиваля и распечатать его, и повесить на стенку. Получается довольно забавно. Жмем старт. Выбираем фон, темный или белый, какой вам больше нравится. Давайте выберем темный. Next. Здесь у нас можно выбрать композицию, под которую будут двигаться наши буквы. Допустим, пусть будет вот это. В любой момент, когда мы захотим, жмем паузу. Буквы застывают. Жмем Next. Выбираем фигурку, ее цвет, форму, текстурку. Можно подождать, когда она прокрадется в любое место, какое вам больше нравится на плакате. Жмем паузу. Ну, вот такая штука получилась. И финалем. Вот наш плакат. Мы его сгенерировали буквально там за минутку. Мы можем скачать полный размер этого плаката для печати. Нажмем на эту кнопочку, и плакат, собственно, готов.